Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Тутики, Саманта, мой самый любимый лот в рубрике «Обувь». Вау, сегодня он еще и в праздничной цене. 1999 рублей. Почему, Свет, мне нравятся так эти дутики? Потому что я своей зимы, морозной зимы, да, даже слякотной зимы, просто без такого предложения не представляю. Знаешь, иду за сыном в сад, надеваю быстро дутики, когда выходной день. Иду гулять с семьей, также идем на шашлыки, всегда выбираю, конечно же, тоже для себя дутики. Но я тебе больше скажу, моя мама своей тоже жизни без дутиков не представляет. Ну, вообще, жизнь сейчас без дутиков невозможна, потому что это наша спасение. Вот обратите внимание, уже подготовила очередной для вас эксперимент. Поместила белые дутики в снег и в воду, то, что у нас на обычных дорогах. Мы потом посмотрим, проведем эксперимент, промокнут или не промокнут. Видите, полностью у нас с вами закрыто соединение стыка подошвы и верха. Но и это еще пока подождет. Давайте посмотрим, что это не просто у нас с вами дутики, что дутики вообще нам известны еще с 60-х годов прошлого века. Как луноходы. Вспомните, после полета Юрия Гагарина многие стали дизайнеры использовать дутики. Но вот современные дутики, конечно, стали женственными, очень романтичными и нежными. Здесь у нас с вами оформление, вот такой флористический рисунок, который добавляет нам изящество. Мне очень нравится, что дутики наши вот здесь вот прошиты. Таким образом мы с вами еще и получаем красивую форму. При этом дутики у нас с вами сохраняют тепло, когда мы в них с вами ходим. И все благодаря тому, что внутри у нас с вами вот такая шерсть, натуральная овечья шерсть, 50% натуральной шерсти и эко-мех по окантовке. Вы можете надеть на тонкие колготочки и никогда их не порвете. Важно отметить, что здесь у нас с вами клапан. Вот почему наша Света Кошеренкова в них любит бегать по сугробам со своим сынишкой, потому что сюда у нас с вами не попадает снег. Да, то есть никогда они у нас с вами не промокнут. Ты видела моего Федора, он у меня такой озорной просто, понимаешь? Игрун. За ним убежать невозможно. Мы с мужем, знаешь, как говорится, сын с нами играет вечно в прятки, я бы так сказала. Да. Поэтому дутики такие с клапаном, это действительно спасение. Знаешь, что я еще люблю делать на прогулках? Я, то есть, уже дома заправляю именно баллоневые брюки вовнутрь. Правильно. И вот такой клапан, это действительно классно, потому что я могу подрастегнуть чуть-чуть, да, и как раз брючки полностью поместить. Конечно, потому что здесь у нас, смотрите, насколько еще, видите, насколько здесь свобода. Мы как раз расстегнули клапан, то есть мы можем и брючки, а теперь я застегиваю, чтобы вы видели, что они элегантно по ножке. Ну и давайте сразу посмотрим на подошву. Посмотрите, какой протектор. Ну, Свет, раз ты подняла ножку, давай смотреть. Протектор и на пяточной зоне, и в мысочной части. Видите, насколько он у нас с вами рифленый и глубокий. Таким образом, даже если вы где-то на скользкой поверхности, такой протектор будет идеально держать сцепление. При этом пяточная зона приподнятая. Опять мы с вами говорим, что если у вас плоскостопие, не дай бог, то в таких сапожках ножку никогда не будет сводить. О, это очень здорово. Кстати, у меня просто зимой постоянно сводят ноги, ну, знаешь, прям под пальцами. Да, и если нога закована, все, это вообще катастрофа. Прям разувайся, как говорится, быстрее, хоть в снег становись голой ногой. Да, дутики Саманта сегодня для вас в праздничной цене в честь дня рождения Шоп-н-Шоу. Мы со Светой сегодня выбираем для себя бордовые страстные оттенки. Светы, да, выбираю два бордовых, загадывайте желание смело. Ну что же, Свет, какие еще есть у нас цветовые белые решения? У нас с вами уже в аквариуме стоит, приготовлен к эксперименту. Далее у нас с вами серый вариант, вот он цвет аристократов, цвет миллионеров, синий цвет и цвет классики, черный вариант. Кстати, моя мама всегда выбирает именно белые дутики. На вопрос я спросила: мам, почему именно белые? Она говорит, хочется всегда быть как Снегурочка, говорит. Надоели эти серые уже мрачные оттенки, как говорится. Сегодня праздничная цена у нас, дорогие друзья. 1999 рублей, ваша экономия 2800. Это больше, чем цена. Ну, бывает такое, что, знаешь, вроде бы снежок припорошил, да? А на асфальте или где-то на лужайке грязюка вот эта вот. Вчера было слякотно, сегодня чуть подморозило, наступила в грязь.
и ты думаешь, ну все, приехали. Смотри, наши дутики, они совмещены разных материалов. Сверху у нас с вами такая текстильная ткань в баллоне, которая снег, слякоть, грязь буквально всю сбрасывает. Абсоюзка у нас с вами уплотнена тоже из эко-материала, который не боится и не впитывает никакую грязь. И я опять готова вам продемонстрировать, что любая грязь нам нипочем, потому что дутики, они созданы для наших условий погоды. Итак, у меня в руках грязь. Посмотрите, поливаю наши дутики грязью. Вот посмотрите, вот сейчас как раз показываю, грязь осталась у нас на дутиках, еще пытаюсь, грязью. И теперь давайте польем просто водой. Посмотрите, грязь вся смывается, поэтому мы с вами можем спокойно ходить по любой поверхности, вода отталкивается, дутики остаются чистыми, а значит мы с вами будем всегда выглядеть эстетично. Ну и насколько я понимаю, ноги наши тоже останутся сухими, дорогие дамы, ведь это баллоневая, да, у нас с вами сверху покрытие. Но теперь давайте поговорим все-таки про тепло именно. Что будет нас согревать внутри цвета? Потому что ты сама знаешь, долгие прогулки, пока ребенок катается на горке или на каких-то зимних каруселях, мы стоим, да, и да. Наши ножки, да, все-таки находятся на холодной земле, и очень важно, чтобы было тепло часами, а не только на 10 минут и хотелось убежать. Конечно, домой. Давай сразу посмотрим внутрь. Во-первых, у нас клапан. Вот как раз мы сейчас видели на свете, что клапан позволяет не просто обезопасить нас от попадания снега и продувания, но еще и дополнительный объем дает, то есть спокойно заправляем джинсы и брючки. Давайте заглянем внутрь. Внутри у нас с вами натуральная овечья шерсть, которая позволяет согревать наши ножки в морозы до минус 25 градусов. Но я вам опять хочу здесь сказать, что вы можете всегда надеть еще дополнительно теплый носочек, если знаете, что идете надолго, например, кататься на горке с ребенком. Важно отметить, что здесь у нас с вами съемная стелька, которая такая же теплая, как и сама овечья шерсть внутри. Давайте посмотрим. Вот у нас с вами овечка внутри. Стельку я уже достала для того, чтобы вот так вот показать, что она у нас с вами полностью вся шерстяная. Вы можете всегда достать, прогреть, посушить, заменить эту стельку. И, конечно, будете как в печечке ощущать свои ножки. Причем сухое тепло еще и лечит наши суставчики. Вот он, клапан. Таким образом, у нас это с вами еще и дополнительный объем. Я бы хотела замерить сейчас на Свете максимальную подстройку. Светочка, давай мы сейчас как раз продемонстрируем клапан. Вот смотрите, у нас здесь с вами все застегнуто. Я сейчас расстегиваю. Видите, сколько здесь у нас дополнительного объема? Светочка, опусти ручки. Давай мы с тобой сейчас как раз замерим максимальную подстройку, если мы надеваем, например, теплые брючки с начесом. 52 сантиметра. Вы это видите? 52 сантиметра. Причем не на самой высоте. Светочка, ножку поверни боком, и мы замерим высоту наших дутиков до основания подошвы. 25 сантиметров. Поэтому все параметры вы можете снять у себя и убедиться в том, что это самое безопасное, самое теплое, самое комфортное, самое защищенное ваше приобретение.